На Грязевом озере начались работы по экологической реабилитации. Их проводит Минприроды Республики. Пару месяцев назад глава Дагестана, ознакомившись с состоянием озера, дал поручение привести водоем и близлежащую территорию в порядок. Сейчас здесь работает техника. Водоем очищают от строительного и бытового мусора. Первый этап работ по восстановлению озера завершится уже к концу августа. Также в рамках программы реабилитации планируется и озеленение территории. Есть поручение главы Республики Дагестан Аблатипова Рамазана Гаджимурадовича о том, что здесь надо провести экологические восстановление озера, восстановить лечебную грязь, восстановить скважину с минеральной водой. На сегодняшний день мы уже приступили к этой работе. Работает техника, ломаются все незаконные строения. Вот. И мы обязательно в ближайшее время эту территорию приведем в порядок, где можно будет пользоваться и лечебной грязью, можно будет пользоваться и минеральным источником. Напомню, что до 90-х годов водоем служил источником лечебных грязей. Их использованием занималась республиканская больница восстановительного лечения. Однако в последующем здесь были построены дома, а канализационные стоки сбрасывались прямо в водоем. Минприроды удалось отвести их и загородить территорию.